Мәскеу-невесли дейсің ғой, әлік жерде. Мынау біздің Казгуград Ломоносов атындағы Мәскеу-сити. Мұхтар Әблязов ағамыз соғып біткен ол кезінде оның бәрін. Осында енді қатты бір пробка жоқ, шылый. Қадыр мен достар, сонымен Алладоб YouTube арнасында кезекті видео. Бүгін ЦСКА футбол клубы туралы айтқым келіп отыр. Бұл команданың осындай кішігірім жаттығу жасайтын Мәскеу қаласының шетінде орны бар екен. Мінекей ЦСКА командасы жаттығу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мұнда қазақстандық футболшы Бахтиер Зайнудинов ойнайтын, білесіздер. Бахтиермен сөйлесеміз, жаттығулар қалай өтеді, ертең матч болады, ЦСКА Факел арасындағы ойын. Сол ойынға барамын. Жалпы Бахтиер Зайнудиновтың шақыртуымен осында кеп қалған жайымыз бар. Қаланың сыртында осындай ғимараты бар екен, ішінде 7-8 алаңы бар осындай табиғи шөптерден жасалған. Одан кейін жаттығу, тренажерка дейміз, сондай бар. Одан бөлік те ғимараттар бар, ішінде массаж жасайтын, тамақ ішетін. Жалпы былайша айтқанда бір кішігірім Казгуград сияқты жер екен, ішінде бәрі орналасқан. Мінекей қазір жаттығу жұмыстарын бірге тамашалайық. Зоны право-левые сайды, но это не чуждо. Его универсальность заключается в том, что он восприимчив к информации. И даже сейчас, когда играет он на позиции левоцентрального защитника, есть некоторые моменты, которые мы с ним непосредственно обсуждаем, чтобы нет у него опыта игры на этой позиции, но какие-то нюансики, мелочи, да, которые помогут ему стать сильнее. И он молодец, он их хорошо воспринимает общение и старается как бы развиваться. Поэтому в чем его плюс? Он старается развиваться, недовольствуется тем, что у него есть. И поэтому я думаю, что у него еще даже в этой позиции, даже наш президент клуба отметил то, что именно в этой позиции Бахтиер может вырасти в топового игрока европейского чемпионата. Веб-арена стадиона. Жанкерлер мінекей енді келе бастады матчқа. Ал қазір біз веб-арена стадионның ішін көрсететін боламыз сіздерге. Мінекей мынандай стадион. Жанкерлер мұнда отырады. Трибуна, медиа, журналистердің барлығы да осында отырады. Веб-арена стадионы. ЦСКА және Факел арасындағы матч қазір санаулы минуттардан кейін басталайын деп жатыр. Аккредитациямен бүгінгі матчқа кірейін деп жатырмын. Веб-аренаның маңы фанаттарға толы. Жанкүйерлер ағылып келіп жатыр қазір. Мұнда жалпы аренаның маңында керемет атмосфера десек те болады. Шамамен 40 мыңға жуық жанкүйерлер сияды екен. Біршама фанаттармен сөйлестім. Бүгін жанкүйерлердің саны негізі көп болмайды деп отыр. Өйткені қарсылас команда Факел деген ұжым. Сондай бір Ресей футболындағы тамаша мықты ойнайтын гранд команда емес.
ну, на играх, на наших тренировках. Вот, поэтому всегда, конечно, рада его видеть, земляк, очень приятно. Да, вполне положительно, потому что это значит, что он профессионал, он может сыграть на любой позиции. Это очень хорошо, когда у человека есть такие качества. И иногда бывают такие ситуации, когда в команде не хватает там каких-то позиций, и нужно перекрыть. Есть игроки, которые могут сыграть на любой позиции, поэтому Батека этим и отличается, да, поэтому, наверное, он сейчас в ЦСКА играет, а не где-то в другом клубе. Он большой молодец, как он отличается в нападении, также и в защите он приносит очень много пользы, поэтому я за него очень рада, он большой молодец, он профессионал своего дела. Матч бастал Галтур Манекей, Кулшнар, ЦСКА командасы Кулшнары, Аржахта Факел, қазір фотоға түсет, содан кейін матч басталайын деп жатыр. Жеке шеберлігінің арқасында Федор Чалов есеп 3-1 қылды. Бахтер Зайнудинов шабуға шығып келе жатыр ма екен? Жеңіліп жатқан еді.
мінекі фанаттардың барлығын көріп отырсыздар, өте тамаша көңіл күйде. Бахтер Зайнудиновқа осы ойынға, осы жеңіске зор үлес қосты деп айтуға толықтай болады. Қадірмен достар, Аладуб YouTube арнасына тіркеле кетіңіздер. Комментарийлеріңізді аямаңыздар. Қадірмен достар, мінекі матч аяқталды. Есеп 4-1 ЦСКА командасы жеңіске жетті. Біз Бахтер Зайнудиновпен де сөйлестік, бас бапкермен де сөйлестік. Енді команда өзінің базасына кетеді. Яғни ЦСКА өзінің Батутинки деп айталатын жердегі базасына кетеді. Және стадионнан әр команда өзінің авто көлігімен кетеді. Ал ЦСКА командасы бұл әскери команда ғой. Олар қандай көлікпен кетуі мүмкін? Көріңіздер. Провокационный вопрос, конечно. Очень провокационный, конечно, люди провоцируют. Но я думаю, после ЦСКА Спартак невозможно. Как болельщики к тебе относятся? Вот, допустим, вчера в основном они просили майки южноамериканских игроков Заболотного, включая в остальных, но не было запросов именно со стороны болельщиков на твои персоны. Как я к этому отношусь? Да, то есть, ну скажем так, считаешь ли ты себя одним из самых популярных игроков? Я бы не сказал, что популярный игрок.